и с удовольствием приняла флаг. И мне кажется, это действие такое, показывающее нашу сплоченность, нашу дружбу и силу, что мы настолько едины и настолько сильны, даже на разных континентах мира мы вместе, и никто не забыл о ровеснике, и ровесник не забыл ни о ком. То есть выпускник, значит, выпускник навсегда.